Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем несколько интересных фактов о гекконах. Гекконы – обладатели необычной внешности и уникальной способности передвигаться по абсолютно отвесным поверхностям. Что же еще интересного мы о них знаем? Гекконы являются единственными рептилиями, которые могут использовать свой голос. Другие же могут только шипеть. Они лают, чирикают или просто издают различные звуки при общении с другими гекконами. Большинство видов гекконов – ночные животные. Они прекрасно ориентируются в темноте благодаря специальным линзам в их радужках, которые увеличиваются в темное время суток, что делает их глаза в 350 раз более чувствительными к свету, чем глаза людей. У гекконов нет век. Вместо этого у них есть прозрачные мембранные оболочки, защищающие их глаза. Для поддержания чистоты гекконы облизывают эти мембраны своим длинным языком. Ученые толком не знают, насколько чувствительны глазные мембраны и ощущается ли прикосновение языка. Но, впрочем, если это было бы больно, вряд ли бы гекконы так делали. В целях самозащиты большинство гекконов имеют обыкновение отбрасывать хвост. Научное название столь эффектного защитного механизма – автозатомия, что с греческого переводится примерно как самоампутация. Многие думают, эти ящерицы теряют свои хвосты только потому, что хищники чаще всего ловят их именно за эту длинную конечность. Хвост, конечно же, вполне удобная цель для голодного неприятеля. Но главная цель автозатомии – это отвлечение внимания хищника. Все дело в том, что даже после самоампутации хвост продолжает дергаться, и геккон может воспользоваться этим, чтобы убраться подальше. Когда геккон сбрасывает хвост, он нередко возвращается за ним назад. Если хвост остается нетронутым, геккон его обязательно съедает, поскольку эти животные запасают в своих хвостах питательные вещества на голодные времена. Ящерицы довольно популярны домашними животными, за которыми относительно легко ухаживать. Именно поэтому находится немало желающих приобрести домашнюю ящерицу. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.